Маркировка пальцев, камеры наблюдения на 1000 избирательных участках и свыше 65 тысяч наблюдателей по всей стране. Все это делается для прозрачного проведения сегодняшних выборов в высший законодательный орган страны. Прозрачности выборов также будут способствовать экзит-полы, которые проводятся в день голосования. Результаты опросов у выхода с избирательных участков будут оглашены чуть раньше официальных данных Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Суть экзит-пола в том, что повторное голосование провести. А другие вопросы, кстати, на этот раз у нас очень укороченная анкета, обычно она бывает на 4 страницах, это получить информацию о нынешнем избирателе. Выходящих с избирательных участков граждан, которые уже успели проголосовать, опрашивают прямо у выхода на условиях анонимности. Главный вопрос – за кого вы проголосовали? Опрос проводится на добровольной основе. Граждане сами решают, отвечать им на поставленный вопрос или нет. Данные этих опросов будут обнародованы после завершения избирательного процесса. Экзит-полы в Азербайджане проводятся с 2003 года. О важности проведения подобных опросов говорит и председатель Центра независимых исследований ЭЛС Ирада Ягубова. Сейчас во всем мире этот экзит-пол он достаточно серьезно воспринимается. Скажем, последние выборы в Польше, если вы смотрели, то там 51% было у одного из претендентов, у другого 49%. Так представьте себе, что когда экзит-пол объявил раньше ЦИК результаты, то все начали уже поздравлять этого претендента, уже считалось, что все, он действительно уже выиграл, и оказалось действительно так. То есть здесь штука такая, что либо мы организуем это на полном серьезе, и тогда мы получаем реальные результаты. Помимо двух местных компаний, которые прошли регистрацию в ЦИК для проведения экзит-полов, к этому процессу привлечены и две международные организации из Франции и США. Оба представителя зарубежных компаний, которым предстоит сообщить о первых итогах парламентских выборов, настроены оптимистично. Они уверены, что справятся с поставленной задачей. Мы проводили экзит-полы в некоторых европейских странах, в том числе во Франции. Много лет сотрудничали с французским телевидением. Также работали в Греции, Ирландии, Северной Америке. В проведении экзит-полов от нашей компании будет задействовано свыше 2000 сотрудников. Экзит-пол охватит около 1000 избирательных участков в 118 округах. Мы разработали американскую систему, которая предоставит нам точные статистические данные по итогам выборов. В целом, к процессу проведения экзит-полов по территории всего Азербайджана привлечены 10 тысяч человек. Результаты экзит-полов будут объявлены через час после закрытия избирательных участков. Диана Исаева, CBC.